Видео, Incredible Video. Вот оно, простое мужское счастье. Да? Особенно, когда жена не пьет, а плачет. Да, я заплачу за двоих, и у меня будет двойной тур. Ты скажешь, можно мне безалкогольный, и тогда все. Где наши билеты вообще? Тебя. Нет у меня. Да ладно. Кстати, билеты вообще дешевые. Всего $10 стоит. Если ты пьешь. Ну да, $10, если пьешь, и $5, если ты Яна. Сколько ты уже лет не пьешь? Я говорю, там есть камин, хочешь посмотреть? А Яна мне говорит, мне кажется, мы там еще насидимся. Конечно, насидимся, там же бар. Я уже был на трех разных заводах. Один в Чехии, в Праге. Один в Украине, в Львове. И один в Сан-Диего. И сейчас Budweiser в Денвере. Ну, понятно, что мы не видим там очень-очень много, но все равно интересно, да? Согласна? Интересно? Мне кажется, так тут простенько, я ожидала чего-то. Ну да, я тоже. Если честно, во Львове было намного круче. Согласна? Там про историю рассказывали, там рассказывали про всякие другие плюшки. Правильно? Там, блин, помнишь, в погреб, в котором, дырка в погреб, в котором раньше делали пиво, там, через стекло, там, ну, то есть, вообще, во Львове, если честно, было прикольнее на заводе побывать. Да, я думал, что... Она стоит? $10. И в среднем тут даже кино дороже. В кино сходить просто дороже. А тут еще два пива включено, каждое из которых $5 стоит. Ну, то есть, это больше рекламный ход. Нас выгнали не там. Это не наши машины. Сделано, ну, чтобы ты прошелся и ехал пьяненький. Ага. Cheers.